Салют, мои подписчики! И сегодня под микроскопом нашего канала пекинская капуста, но не обычная, а фиолетовая. Видите, я увидела впервые такую капусточку и решила ее купить и попробовать. И сегодня приготовим из нее салат. Для этого мне понадобится половинка этой капусты, дайкон и фиолетовый лук. Половинка луковицы понадобится. Итак, начинаем приготовление. Лук нарезаем вот такими тоненькими, видите, пластиночками. С помощью вот такого фигурного ножа нарезаем дайкон. Соль добавляем по вкусу. Заправляем салат подсолнечным маслом. Вот такой салатик у нас получился, цвета баклажан, очень легкий, простой, из простых ингредиентов, кстати, очень даже полезных. Такой салатик подойдет как на завтрак, так и на ужин. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, всем вкусного дня, пока-пока!